В июне 1941 года советская разведка завербовала 7 высокопоставленных сотрудников Рейха. Имена всех агентов в этой категории были известны только одному человеку – разведчику Леониду Рушину, заместителю председателя советского торгпредства в Берлине. Самым ценным агентом этой плеяды был полковник Генрих Альберт, адъютант главы немецкой военной контрразведки Вильгельма Канариса. В документах Рушина он проходил под агентурной кличкой «Макс». Господин Канарис. Генрих? Как ты меня напугал? А какого дьявола ты здесь делаешь в столь поздний час? Послушай, Юрген, шеф попросил занести ему кое-что. Кое-что? Адмирал Канарис попросил тебя ночью вломиться к нему в кабинет и достать что-то из его сейфа? Не делай глупостей, ты же меня знаешь. Это просто розыгрыш. Розыгрыш, понимаешь? Взломали кабинет адмирала Канариса. Быстрее, нужно взять живыми. Рушину аппаратом. Это Макс. Слушайте очень внимательно. Медлить больше нельзя. Очень скоро к вам придут с обыском. Сделайте так, чтобы никакие документы о нашем сотрудничестве не были найдены. Вам ясно? Но откуда вы знаете? Да послушайте, запомните главное. До часа X чуть больше суток. Все документы и ценности, которые находятся в торгпредстве, должны быть немедленно отправлены в СССР. Все, что невозможно отправить, уничтожьте. Все. Дмитрий Васильевич, я подготовил документы. В этом конверте список наших ценнейших агентов и способы связи с ними. Отправим их вместе с изумрудами. Груз должен пересечь границу не позднее утра 22 июня. Вызывайте тип курьеров.
Кто там? Господин Волков, я ваш сопровождающий. Не имею чести вас знать. Конрад фон Бютцов. Новый начальник курьерской охранной службы. Меня и мою страну вполне устраивал старый. Позвольте ваши документы. Вы прекрасно говорите по-немецки. Никогда бы не поверил, что вы русский. Никогда не поверю, что замена охраны – это случайность. Никак не связана с характером нашего груза. Вы абсолютно правы. Везти изумруды стоимостью 37 миллионов рейхсмарок через половину Европы – очень рискованно. Особенно без хорошо подготовленной охраны. Поэтому мы здесь. Вам не стоит сомневаться в нашей подготовке. Этот груз будет доставлен в любом случае. Напрасно так. Господин Волков, ну правда, будет лучше, если вы передадите ваш саквояж нам на время вашего путешествия по Европе. В Тересполе таможней руководит мой брат. Я лично попрошу, чтобы вас пропустили без проблем. А я вам еще раз повторяю, господин Бютцов, изумруды останутся с нами в любом случае. Если только смерть не разлучит вас. Знаете, господин Бютцов, я вам не советую мне угрожать. Поскольку все, кто это делал, уже мертвы. Такое вот странное стечение обстоятельств. Вы нервничаете. Отнюдь. Невинную шутку воспринимаете как угрозу. Хорошо. Не буду вам докучать. Если все-таки захотите поболтать за рюмочкой французского коньяка, прошу. Мое купе рядом. Всего доброго. Значит так, я эту команду не знаю, поэтому предельное внимание. С немецкой охраной в контакт не вступать. Воду, сигарет, пищу от них не принимать. Ясно, лейтенант? Понял вас, товарищ капитан. Очень хорошо. В случае непредвиденных обстоятельств пакеты камня переложим в этот пояс. Знаком с этой моделью? Так точно. Браунинг М 1906 года. Угу. Самозарядный, свободный затвор, магазин на 6 патронов, угу. Калибр 6.35. Один из лучших карманных пистолетов. Молодец. Оружие недальнобойное, но надежное. Что оценим? Да не дрейф, Александровский. Прорвемся. Так точно, товарищ комиссар. Докладываю из Бреста. К приему груза все готово. Ситуация слегка изменилась, Алексей Емельянович. Поезд прибудет в Тересполь не 23-го, как планировалось, а 21-го вечером. Следовательно, в Бресте он будет 22 июня ночью. Я не очень понимаю, товарищ комиссар. Выходит, Волков уже в пути? А по какой причине? По причине чрезвычайных обстоятельств, Алексей Емельянович. Я ничего об этом не знаю, товарищ комиссар. О чем тебе неизвестно? Игорь! По соглашению от 1939 года Германия шлет нам уголь и технику, а мы им взамен металл и еще кое-что. А также мы получаем еще и ценности. Как ты намерен встречать Волкова? Как положено, все по инструкциям. Как хрена твои инструкции? Ты хоть понимаешь, что он везет? Должна быть усиленная группа в постоянной готовности. Кто там с тобой? Шемерин полетел? Так точно, начальник охраны капитан Шемерин. Опытный офицер. Так вот, доведи до его сведения тоже. Что если с грузом и с документами что-нибудь случится, я вам обоим, а в первую очередь тебе, Ермаков, намажу лоб зеленкой. Ты понял? Так точно, товарищ комиссар, понял. Хорошо. Если понял, жди поезд и встречай Волкова. И как только он передаст тебе груз и сопроводительные документы, немедленно вылетаю в Москву. Все, конец связи. Игорь, срочно готов усиленную группу охраны, только самых проверенных ребят. Каждого проинструктирую лично. На все тебе час. Выполняй. Есть. Thank you.
Господин Волков, позвольте вам представить моего брата. Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Эрих фон Бютцев к вашим услугам. Сразу хочу принести свои извинения. У нас вышла некоторая накладка, неразбериха в движении эшелонов с углем. Спецпоезд пройдет через таможню только в 6 утра. Не могу сказать, что я рад, господа. Что ж, будем действовать по инструкции. Я предлагаю вам и вашим людям немедленно покинуть вагон и приступить к наружной охране. Также я прошу подсоединить телефон к линии международной связи, поскольку я вынужден связаться с Брестом и запросить сюда советский отряд охраны. Но к чему же такие сложности, господин Волков? Уверяю, вы и груз в полной безопасности. Не лучше ли вам и вашему напарнику перейти в здание таможенного поста и с комфортом расположиться там? Благодарю вас за предложение, господа. Тем не менее, наш ответ нет. Мы останемся в купе и будем ждать советский отряд охраны. А вам я предлагаю немедленно покинуть вагон. Пойдем. Спецпоезд прибывает в Брест через час. Мы выезжаем через 15 минут. Есть. Товарищи офицеры. Товарищ майор, на вокзале все в порядке. Алексей Емельянович, не сомневайтесь, не впервой. Что же до остального-то? Не понимаю. Обстановка крайне неспокойная. Только сегодня госграницу пересекли 7 немецких перебежчиков. Все они утверждают, что сегодня ночью начнется война. Есть четкая инструкция для командного состава. Слушай. Игнорировать подобную информацию во избежание провокации. Соединяю, так, секунду. Какие могут быть «но»? Инструкция – это приказ. А приказ нужно выполнять. Что касается спецпоезда. Разрешите? Да, срочный звонок по международной. Капитан Волков, Тересполь, сюда перевожу. Переводи бегом! Соединяю. Да, Жора. Слышу тебя хорошо. Здравствуй, дорогой. Так. Никак нет. Никаких действий подобного рода они не предпринимают. Так, действуй по обстоятельствам. Через час будем. Конец связи. Удачи тебе. Капитан Шемерин. Усиленную группу охраны, мы выдвигаемся в Тересполь. Есть. Внимание! Здравия желаю. Я заместитель начальника особых отделов НКВД СССР, майор Ермаков. Вот разрешение на беспрепятственный проезд для меня и для специального отряда охраны. Простите, господин майор, но я вас не могу пропустить в Тересполь. Я ничего не знаю о вашем прибытии. А вы ничего не должны знать. Вам следует просто прочитать разрешение, подписанное главой казначейства Третьего Рейха. Простите, господин майор, но я вас не пропущу. Мне об этом ничего не сказали. Послушайте, Гауптман, я настаиваю. Вы должны пропустить меня и моих людей. Немедленно. Zu den Waffen! В ружье. Готовьтесь. Отставить! Прекратить! Прошу прощения. Ваши документы и разрешение на въезд. Вот, прошу.
Ну что же, все в порядке. Гауптман, через полтора часа пропустите этих господ в Тиреспольдь. Секунду, господин лейтенант, я не понимаю, почему через полтора часа, а не прямо сейчас. Прошу прощения, господин майор, у меня свои предписания и свои приказы. Прямо сейчас в пограничной полосе идет установка нового оборудования. Через полтора часа техники закончат работу и вас пропустят. Да, полтора часа мы готовы подождать, но не более того. Не сомневайтесь. Алис из Гуд. Все в порядке. Игорек, что-то здесь не так. Да, вижу, товарищ майор. Нашим никому не спать, быть в полной боевой. Есть. У него нет выбора. Так точно. Понял. Не будем ждать купе. Отряд охраны выехал из Бреста 5 часов назад. Я, честно говоря, не знаю, как к этому относиться. Никак не относиться. Гляди в оба. Я тоже буду. Это уже далеко не полтора часа. Я все прекрасно понимаю, господин майор. Но прошу прощения, наши техники уже закончили установку. Еще 15 минут, и я вас пропущу. Благодарю вас. Дай прикурить. ССовцы сменили пограничников на всех позициях. Я вижу. Боевая готовность. Есть. Готовность, лейтенант. Помоги мне. Бомбардировщики летят. Тяжелые. Самолеты. Что это значит, товарищ капитан? Это значит, штаны в горошек. Кто вы такие, господа? Почему вы задерживаете моих сотрудников? Вы глава торгового представительства, господин Оливер. Да, это я. В чем дело? Взять его. Ищите Рушина или его зама. Вы не имеете права. Гранаты! Товарищ майор, отходишь!
Luftwaffe nach vorn. Автоматчики вперед. Den Wagen обыскать весь вагон. Alles sauber. Здесь никого нет. Ну где же они? Черт. Всех арестовать. Они здесь контролируют агентуру и нужны мне живыми. Никого не выпускать и впускать в здание. Ломайте двери. Выламывайте их. Прощайте. Дмитрий Васильевич. Прощайте, Леонид Константинович. Где они? Конрад! Со мной все в порядке. Догнать! Саквояж! Главное, саквояж! За мной, лейтенант. Откройте дверь. Немедленно откройте. Господин Рушин, сопротивление бесполезно. Дверь, черт побери. Черт побери, мы опоздали. Камни на вас! Еще пусть будет пригодиться. Иди сюда. Я просто не верю, что можно так стрелять, как вы. Правда, сейчас об этом думаешь? Работать тебе надо менять, лейтенант. За ними, быстро! Товарищ капитан! Война, лейтенант! Что ж тебе делать? Мудрец, приказ помирать не было. Мне кажется, у них закончились патроны. Господин Волков! Господин Александровский! Дальнейшее сопротивление бесполезно. К чему эти глупости? Мы знаем, что у вас закончились патроны. Ваше предложение. Мы гарантируем вам жизнь. Даю слово чести. Но вы должны отдать свой саквояж. Хорошо, с удовольствием. Забирайте. Теперь оружие. Выбросьте свое оружие, пожалуйста. Я прошу вас. Вежливо какой попался. Дай ствол. Теперь выходите с поднятыми руками. Как только выйдут, сразу огонь на поражение. Живыми они нам не нужны. Саквояж, взять, товарищ капитан. Оставь. Второй раз так не сыграем.
Довольно. Оставьте его. Ну что, господин Градченко, по вкусу наше угощение? Господин полковник, поднимите его. Я рядовой сотрудник торгпредставительства, не имеющий никакого отношения к разведке. Клянусь вам. Что ж, я надеялся, вы проявите благоразумие, но, судя по всему, напрасно. Дайте мне его руку. Держите крепко. Не надо. Не надо, я все расскажу. Конечно. Прошу. Я занимал в разведке второстепенную должность. Я работал с завербованными агентами второго и третьего порядка. Агентами особой важности занимался лично Рушин. Так. О списке Рушина мне известно немного, но... Но я точно знаю, что зашифрованные сведения, касающиеся личностей особо важных агентов, в количестве, полагаю, не более 7. Эти сведения Рушин отправил в Москву единым списком вместе с сопроводительными документами к грузу с изумрудами. Их везут дипкурьер Волков и Александровский. Вы в этом уверены? Абсолютно. О списке Рушина я знаю немного, но я уверен, агенты из списка предоставляли очень важную информацию. О передвижениях Гитлера. Они добыли копию плана Барбаросса и другие важные документы. То есть это не простые смертные? Никоим образом. Эти люди занимают важные должности. Вермахт, Люфтваффе, экономика или лица, находящиеся рядом с такими людьми. Вы сказали, Рушин зашифровал список. Вы имеете ключ к этому коду? Да, я знаю ключ. Ханс. Немедленно свяжитесь с Тересполем и фон Бютцевым. Наверняка есть вести. Ну а вы, милый господин Градченко, максимально подробно составьте список агентов второго порядка, с которыми вы работали. Имена, адреса, клички и так далее. Хорошо, господин полковник. Ну что вы стоите? Освободите нашего друга. Мы ожидаем ваших приказаний, господин майор. Какие приказания? Догнать. Брать живыми. Вперед! Вас понял. За мной. За что? За что? Долго еще до Буга, товарищ капитан? Километра 2-3. Не больше. Стоять! Руки вверх! Вы чего? Ну-ка, подержи. Это что такое? Вы как стоите в присутствии офицера? Уходим! Уходим! Не стрелять! Брать только живыми! Это приказ фон Бютцева. Ты живой? Куда они побежали? В лес направо. До речки не оторвемся. Там они нас накроют. Ну-ка, давай наверх, лейтенант.
Быстро. Быстрее. Давайте вниз. Бютцев слушает, господин полковник. Конрад, немедля отправь в Берлин изумруды. И главное, пакет с сопроводительными документами к ним. Пакет, ты меня понял? Для этой цели в Тересполь максимально скоро вылетит самолет. Прошу прощения, господин полковник. Но мне нечего отправлять. Не понял? Где пакет? Пакет у тебя? Никак нет. К сожалению, русские ушли вместе с ним. Поиск по горячим следам ничего не дал. Что? Черт, да ты! Черт бы тебя побрал! Ты хоть понимаешь, что лежит в этом пакете? Возможно, судьба войны. Господин полковник, ушли не значит добрались до своих. Что? Я прошу вашего разрешения на подготовку и проведение масштабной поисковой операции по обе стороны Буга. Они могли перейти границу. Кого ты планируешь задействовать? Все свободные подразделения жандармерии и СС. Конрад, не подведи меня. Жду доклада каждый час. Ты будешь за это отвечать. Кто вы такой? Офицер для поручений, лейтенант Оливер Гронеке, прибыл в ваше распоряжение. Прекрасно. Отправляйтесь в приданную нам часть жандармерии и перекройте польскую сторону. Вот по этой линии. Затем берите самолет и летите в деревню Живица. Туда уже отправилось спецподразделение СС. Это 20 километров восточнее Бреста. Распределите их здесь и здесь. Слушаюсь, господин майор. Теперь главное. Ознакомьтесь. Запомните, на младшего русского мне плевать. Он даже теоретически не мог так стрелять. А вот старшего. Его фамилия Волков. Он мне нужен живым. Только живым. Так точно, господин майор. Ну, давай. Сейчас посмотрим. Стреляй, Герман. Стреляй. Ну, кто так стреляет? Смотри, как это делается. Смотри. Я не могу позволить захватить врагу заместителя народного комиссара. У меня приказ, Алексей Емельянович. Игорь, три господа гроба души мать. Мы будем оставаться в Бресте столько, сколько потребуется. Алексей Емельянович. Товарищ майор, я абсолютно солидарен с капитаном Шереметьевым. Мы должны немедленно уехать в Минск.
Поддерживаю. Вы уже рядом. Немцы вошли в город. Я должен встретить груз. И я буду ждать здесь. Алексей Емельянович, извините, у меня нет другого выбора. Товарищ майор государственной безопасности, я как начальник вашей личной охраны уполномочен применять силу и действовать по обстоятельствам в случае угрожающей вам опасности. Алексей Емельянович, во дворе машины. Либо вы едете сейчас со мной, либо я убью вас здесь и сейчас. Решайте. Выучил на свою голову. По машинам! Отметь это место. Schau drüben. Вот там посмотри. Может, нам лучше их обойти? Как ты их обойдешь? Все кругом заминировано. Ждем, лейтенант. Почти прошли все поле. Будьте внимательны и идите медленно. Твою дивизию, лейтенант! Нам надо уходить! Товарищ капитан! Я смотрю, ты умный стал резко, да? Они все гранатами затасают! Свои. Здравия желаю, товарищ. Лейтенант ВВС Меженцева. Оружие собираем. Лихая вы, лейтенант ВВС Меженцева. Капитан госбезопасности Волков. Илья. Предъявите ваше офицерское удостоверение, товарищ. Верни его. Этот мертв? Чего смотреть? Рада встрече. Извините, капитан Волков. Чего? Бывает. Немцы в Бресте? Продолжает сражаться окруженная крепость. Вроде еще бьется отряд на вокзале, но за это точно сказать не могу. Далеко не продвинулись? Этого тоже точно сказать не могу. Никто не знает. Ясно одно. Брест целиком в их руках. Планы какие у группы? Пробиться с боем в крепость и сражаться. Ну и, конечно, ждать ответного удара от нашей армии, которая, без сомнения, вот-вот отбросит немцев обратно. Не разделяю я вашего энтузиазма, лейтенант. Не поняла. Да чего тут непонятного? Нам с вами не по пути. Уходим, лейтенант. Что? Вот он. По нему не стрелять. Брать живым. Уходим. Ну как же? Это вы, приказ! Куда? Назад! Трус! Здравия желаю. Старший лейтенант Звонарев. Нам нужно увидеть наркома госбезопасности товарища Цанава. Он сейчас спустится. А вот и он. Алексей Емельянович. Здравия желаю. Здравия желаю.
Нам нужно срочно выйти на связь с товарищем Абакумовым. Пройдемте с нами в бомбоубежище, оттуда и позвоним. Прошу. Ну, как вы тут? Да, в общем, немного, немало. Почему мы бежим? Почему не помогли им? Приказа помирать не было. Напоминаю, лейтенант, у нас несколько иная задача. Но ведь она, они нас спасли! Я должен... Назад! Куда ты хочешь идти? Туда? Так там погибнуть нетрудно. Куда сложнее выполнить то, что доверила тебе страна. Мы сейчас не имеем права втягиваться в какие-либо авантюры и рисковать своей жизнью. Ты меня понял? Ты понял меня? Так точно. За мной! За мной! Ты что, Ермаков? Ты что, серьезно? Так точно, товарищ комиссар, серьезно. Судьба... Дипкурьеров и груза нам неизвестна. Есть информация из Берлина, что Рушин погиб. И теперь список, переданный дипкурьерами вместе с ценностями, сам становится огромной ценностью. Товарищ комиссар, мы... Молчать! В пакете список с именами и координатами семи очень важных агентов, передававших, как выяснилось, правдивую информацию. Ты представляешь, что будет, если список этот пропадет или попадет в руки фашистов? Представляешь, Ермаков? Так точно представляю, товарищ комиссар. Ни хрена ты не представляешь! Как связаться с этими агентами? Как их найти? Мы знаем только одного по кличке Макс. Знаем, что он служит в 6-м отделе РСХА и занимает там высокий пост. А как найти остальных? Как с ними связаться? Мы пока не знаем, товарищ комиссар. Не знаешь? Теперь заткнись и слушай. Пусть Санава возьмет вторую трубку. Я здесь, товарищ комиссар. Приказываю вам обоим немедленно организовать поисковую операцию. Задействовать все свободные части НКГБ и НКВД Западного военного округа. Докладывать о ходе операции мне каждые 4 часа. Товарищ комиссар, это невозможно. Обстановка не позволяет. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Бросил трубку. А ты что ожидал? Ты Абакумова не знаешь. Привал, лейтенант. Как вы могли так поступить? Как вы могли бросить своих? 5:25. Ты дурак, что ли, лейтенант? Выходит, что так. А с виду не скажешь. Даже жалко. Отдыхай. Встать! Твою дивизию.